вновь это вбрасывает Локомотив, выигрывает Береглазов. Налево Березкин, Березкин направо отдает, щелчок, касание, гол, Локомотив опять забивает в концовке. Это Мартин Гернат. Ух, вот это да, сирены я не услышал. Сирены я не услышал. Ну да, сирена хороший показатель в данной ситуации. И у нас, ну, получается, да, очень хорошо синхронизированы часы. Не всегда этому можно верить, да, с графикой. Но здесь действительно мы не услышали. И 8 секунд. Так, ну и там уже кричит Буше, скамейка авангарда, Ткачев. 3 секунды перевод, Спунер в касание, гол! Гол! Авангард тоже забивает в концовке. И это только формат 5-3. Там потом будет 5-4 со старта третьего периода. Но как же переворачивает авангард с 0-2? С 0-2 просто перевернул авангард. 3 шайбы подряд, да, забили, включая и вот реализованное большинство в концовке второго периода.